Тем временем работа пункта вакцинации на столичном вокзале продлена до конца июня. Напомним, мобильный пункт заработал на привокзальной площади в минувший вторник. Время его работы с 8 утра и до 11 дня, затем перерыв до 3 часов дня, после снова прием всех желающих вплоть до 7 часов вечера. Сделать прививку там можно и в выходные с 8 утра и до часу дня. С собой достаточно иметь паспорт, медполис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется. Подробную информацию обо всех пунктах вакцинации можно найти на сайте Минздрава Коми.